Итак, для того, чтобы видеть в окне Game уровень здоровья нашего игрока, нам необходимо добавить интерфейс. Те, кто знает, что такое интерфейс, это различные сообщения, текстовые изображения, кнопки, которые позволяют пользователю более лучше понимать, что делать в игре и получать какие-то дополнительные инструменты. У нас здесь только будет отображение уровня здоровья и еще подсчет очков, которые мы запрограммируем немного позже. Опять же, мы программируем достаточно странно, добавляем готовые скрипты. Для того, чтобы появился у нас интерфейс, он у нас заготовлен уже тоже в папочке Prefabs. Что такое Prefabs, мы еще разберем. И это уже целый набор объектов. Давайте его так вот в иерархию просто и добавим. Если развернуть, то мы увидим, что здесь есть много элементов. И чтобы их все увидеть, нам нужно вот так вот удалиться. И вот у нас есть заготовка, что будет выводиться количество жизни и счет. Если мы перейдем в окно Game, то выглядит это примерно вот так. Чтобы вернуться поближе к нашему фону, мы просто можем выбрать бэкграунд. Вот так вот. Но я все-таки растащу, увеличу побольше, сделаю свой бэкграунд, потому что мне это уже перестает нравиться. Вот, чтобы это все выглядело так вот красиво. Так, у нас уже заготовка интерфейса есть. Есть даже определенные настройки. Например, один игрок или два игрока. В данном случае пока мы делаем для одного игрока. У нас есть еще дополнительные какие-то выпадающие элементы. Например, мы можем считать счет, мы можем учитывать жизнь. Давайте посмотрим, что изменилось, пока ничего не изменилось. Ну, давайте пока оставим как есть. Допустим, вот для победы нам нужно набрать 5 очков. То есть это то, что будет являться целью игры. И у нас с этим префабом добавлены также какие-то компоненты. И вот они даже некоторые пока скрыты. То есть если мы сейчас попробуем увидеть, что там выводится. Нужно вот так отдалиться. Вот я сейчас сделаю так. Вот, оказывается, это сообщение You win. Но пока его не видно. Или Game over. То есть эти панели будут появляться при определенных условиях. Это все заготовлено, и здесь также есть уже скрипт, который учитывает какие-то элементы геймплея. Но для того, чтобы адекватно производился подсчет очков, нам еще необходимо, чтобы интерфейс знал, для какого объекта это делать, откуда получать данные. Поэтому для нашего игрока, для космического корабля, нам необходимо задать тег player. У нас один игрок, и вот теперь интерфейс будет знать, откуда брать данные, от какого объекта. Нажмем play, проверим. Итак, летим. И вот у нас один астероид мы сбили, и осталось только две жизни. Ну а в следующей части мы разнообразим нашу игру, размножим наши астероиды для того, чтобы уже было интереснее играть.